Как же это вы отказались за Волгу переехать? Не понимаю. А чего ж тут понимать-то? Дом наш здесь, батя наш здесь похоронен. Да и куда идти-то? Погибать так уж всем вместе. А как немцев погоните, так и уходить не надо будет. Верно, хлопцы? Верно-то верно. А если бомба или снаряд, об этом не подумали? Да претерпелись мы. Не боимся их, товарищ майор. Да и польза ведь от нас здесь одна. Я и стрелять умею. Разрешите обратиться, товарищ майор? Обращаюсь. Иванова верно докладывает. Она дважды участвовала в боях, а вчера лично повредила вражеский бронеавтомобиль. Иду одна. Детей же мне жалко. Его жалко, а детей еще больше его, чем жалею. Я вот этих деток и собрала с обед. И пошла дальше с ними. И дошла до Сталинграда. А наших ждали? Ну, конечно, ждала. А как же я не ждала? Я так и мечтала, что придут наши. Это наша будет победа. Я уже больше немцев не могла видеть. Почему? Потому что они мне уже так страшно были. А верили, что придут наши? Верила. Я все время верила. Как прилетят, бывало, самолеты. Так я и думаю, что вот не сегодня, завтра наши придут. Самолеты низко стали летать. Значит, наши приблизко. Раз самолеты низко летают, это уже наши придвигаются. А если дальше, то наши выше самолеты летять. А вот увидели их, увидели? Ну, видела, конечно, я их видела. Ну, испугалась. Испугались в первое время, ну и потом мы в подвале этому все вот кругом завалили. И сидим потихонечку. Нет, наших увидели, да? Что было? Ну, наших увидели, и мы обрадовались. Захохотали все, и обниматься давай с ними, радоваться. Ваша продукция! Особая продукция! Она оставляет от фашистов коровешки! Чтобы сделать такую продукцию для фронта, вы, как на фронте, не жалеете своей жизни. Мы хорошо помним, что вы сначала станки пустили, а потом крыши над головой сделали. Мы помним товарищей, которые больные, но до конца работали. И у своих станков умерли. У вас есть боевые ордена? Знаем все. Тогда снимите, пожалуйста, шинель. Как приходится, того и не есть. В цехах ночевать. В лечайке теплым песке заливаться. Греться. Все знаем о вашей работе. Хотели бы о вашем героизме на фронт вашим отцам, вашим братьям, вашим мужьям, вашим сыновьям написать. Но война не можем. А пока война, мы можем только одно. Посылать вашу продукцию на фронт. А может, догадываются, что она ваша. Вот наши герои сверхплана. Слово имеет майор товарищ Лопатин. Он был в Сталинграде. Товарищи! Товарищи! Товарищи, о чем думают люди там, в Сталинграде? О вас. Для кого они там стараются? Для вас. О чем думаете? Для кого стараетесь здесь вы, в Ташкенте? Для них. Я видел вашу продукцию в Сталинграде. Она не только фашистов убивает. Она, вот эти мальчики, которые здесь план перевыполнили, они там кому-то из своих жизнь спасли. Может быть, даже своим отцам. День и ночь ваша продукция молотит немцев под Сталинградом. Молотит. Молотит. Молотит и домолотит.
уверены. Спасибо вам, товарищи, за вашу продукцию. Спасибо. Смерть немецким оккупантам! Победа будет за нами! Они думали, будет за ними. А будет за нами. Митинг закончен. За работу, товарищи! Время не ждет!